Значит, вам нужно сейчас спонтанное решение группы попрактиковать, создать такой коллективный разум. И нужно представить, что вы создаете в пространстве некую либо геометрическую фигуру, либо тип отношений, ну то есть что-то, да, какое-то зерно. И это может быть так, что кто-то один задает, все понимают, что это, и помогают выстроить. А со временем это может превратиться в то, что как будто бы это уже не кто-то один, да, предлагает, а как будто спонтанное решение группы. Thank you.